Всех приветствую, с вами Гранд Сензуги. Сегодня у нас продолжение Супермаркет Симулятор. Вот, не обращайте внимания, возможно, голос немножечко у меня подохрип, да? Вот, что... Ой, у нас вообще товаров нет, да? Ну, сейчас все будет... Сколько у нас денег? Тут у нас так много денег. Так, ладно. В прошлой серии я точно помню, да, то, что мы расширили магазин. Он теперь у нас выглядит поприятнее. То, что это мусор. Так. Ну и тут еще можно полок добавить. Ой, ну тут еще много чего можно. Что это? Подожди, вода. Так. Опа, опа, опа. Не знаю, почему-то она была у меня закрыта. Так, там еще что-то есть, нет? Нет. Еще водичка была. Так, ну тут все закрыто. Надо все закрыть. Так, смотрим. Чоки-пик, хлеб и мука. Надо просто все вспомнить сейчас. Так, хлеба нету. Нету. И муки, да? Не, муки немножко есть, но опять же, зная, как у нас все быстро уходит, надо как бы заказывать в больших размерах все. Даже муки еще больше возьму. И хлеба больше возьму. Сейчас буду прям набирать сильно. И чоки-пика тогда сразу возьму. Так, паста. Паста есть, опять же, возьмем. Пусть будет так. Сколько? 10 максимум, да? Не знаю, но я куплю. Так, дальше сусу есть. Ну, сусу берем. Раз, два, три. Сразу набираю. Как раз на сусу цена упала. Упала, точнее. Так, друзья. Это все сейчас сюда мы кинем. Отлично. Сейчас дороги все. Вдруг как это Г, да? Вот. Чтобы машины тут ничего не сбили. Уш. Вот это опасно сейчас было. Так, 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 так. Почему нельзя брать предметы? Товары должны быть одинаковыми. Было бы очень удобно, если можно было бы брать. Может, можно, подожди. Сейчас. Нет, нести только это полку всю. Да. Так, что это у нас? Хлеб еще. Пока что пусть тут будет. Дальше сусу. Сусу у нас заканчивается. Ставим обязательно. Сейчас буду немножко вспоминать, да, давно не было этой игрушечки. Так. Так, 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 так. Это пока что все сюда. Так, это у нас... Этот ппп. Так, почти, ну сюда вот можно докинуть. Это тоже сюда. Так, что это паста. Пасту мы вот сюда как раз кинем. Тут есть место для нее. Идеальное. Что-то есть? Нет, ничего нету. Вот так можно здесь тоже проверять. Сусу. Сусу сюда. Ну, два пусть пока что будет. Все остальное сюда. Склад. Вот зачем нужен склад. Чтобы когда я вот так вот набирал бы то. Товаров. Чтобы вот иметь где кто-то все вот сейчас сложить. Потому что я не знал. Сусу я, кстати, много купил. Чоки-пик, да, давайте докинем. О, даже так. Нормально все ушло. Так, мука. О, мука сейчас точно уйдет хорошо. Так, и еще у нас, да, еще один ящик с мукой. Сюда. И еще чуть-чуть осталось. Так, теперь это все надо куда-то сложить. Так, сусу. Давайте я все вот сюда буду скидывать. Мука. Потому что это еще не все товары. Опять же, мы купили. Это я только вот часик залужного места нет. Так, я что-то, мне кажется, переборщил немножко с товаром. Ну, сейчас, возможно, полку еще возьмем. Так, дальше что нам нужно? Мы этот ряд проверили. Дальше идет вода. Вода у нас есть. Сыр, сыр, сыр. Но можно взять... Так, один возьму, не буду много брать. Кофе нету, точно я видел. Яйца. Яйца. Ну, можно взять, опять же. Просто что были, я возьму. Так, дальше молоко. Молоко много. Возьму, опять же, может, чтобы на запас было, просто чай. Чай возьмем. Чай там очень много. 20 штук, зато много брать нет смысла. Так. Арахисовое масло берем 2. Муки другое это муку берем 2-3. Так, уже 10, да? Я не знаю, насколько там максимум есть. Можно еще сразу, да, все докупить. И сейчас будем все раскладывать. Дальше. Какая-то штука.
А, это масло тоже. Берем две. Вот эту штуку тоже две. Рис. Две. Ну и соль. Там есть, но мы возьмем. Купить. Так. Денег у нас не осталось. Мне кажется, я что-то... Где-то я переборщил. Зато товаров теперь будет много. Сколько полка стоит? Я посмотрю. Сейчас, подождите. Мебель, полки. $200. Спокойно. Спокойно берем этот. Полку. Стой, 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 полка. Сейчас давайте ее поставим, потому что реально нужна полка еще одна. Ай-яй-яй-яй. Прям вот влезет, да? Ну да, давайте тогда вот эту я перемещу чуть-чуть. Я прям вот так сделаю. Оп. Красота. Еще дополнительное место. Что у нас это? Это у нас вот это. Сразу можем вот сюда ее кинуть. Угу, идеально. Так, что это яйца. Яйца вот сюда. Сюда. Ну, еще чуть-чуть прям осталось. Еще вот что нужно, да, докупить. Это холодильник. Холодильников тоже не хватает. Это у нас соль. Сюда. Очень баночка похожа энергетикой, если честно. Но как бы, что поделаешь. Дальше, что это у нас? Мука. Сюда кинем, ну и... не туда немножко, ну ладно. Промахнулся я с полочкой. Так, кофе. Кофе дорогой, обязательно. Мы его должны всегда покупать. Так, ну вначале, да, мы все быстренько рассортируем. Вот, надеюсь, это мы как бы не будем делать очень долго. Очень мало места, очень мало места. Все раскидано, нам нужно брать. Надеюсь, я молока много не взял, потому что я там не заметил то, что тоже много дают его. Так, что это? А, уже есть, да. Это тоже переборщил. Переборщил, но опять же, не надо будет сейчас покупать, что-то бегать, смотреть. Просто сюда подбежал, у нас тут все есть. И опять же, возможно, сейчас мы это все раскидаем еще на эту полку. Просто я закидываю то, что обязательно нужно. Да, чтобы хотя бы были они понемножку забиты. Ща, это все сейчас будет. Так, это вот сюда. Отлично. Что-то я с товарами переборщил, возможно. Это еще. Отлично. Так, это куда-нибудь сюда. У нас тут нормально просто. Так. Хорошо то, что в начале, опять же, время не идет. Я уже об этом говорил. Пустая. Все. Не знаю, интересно, вот с товарами я могу выбросить или нет? Надо бы вообще было проверить. Так, это пока что сюда. Так, арахисовое масло. Все пока что раскидаем по полочкам. Мне кажется, то, что нельзя не пустую выбросить. Мне кажется, они как-то это предусмотрели. Вообще-то можно проверить, но не особо хочется, если честно. Так, внимательно на полке. Эта полка вообще пустая, это хорошо. На этой полке у нас что? Подождите, смотрим. Блин, я 8 минут, ребят, потратил ролика. Попью немного, да, чтобы смягчить горло. Опять же, горло болит немного. Вот, в телеграме писал, если что, в описании телега. Вот, 8 минут прошло уже, ребят, а мы... Нам нужен холодильник, нужен очень сильный холодильник, но мы ничего не сделали. Ну, то есть, купили товаров. Но это, кстати, очень красиво выглядит, да, все забито. Так, что тут кинуть? Давайте чай сюда кинем. Вот, минус уже одна это. Вот и все. Так, что-то я куда-то ударился. Так, что это? Молоко. Тут пусть будет. Что это? Яйца. Пусть сюда. Это то, что я просто рассортирую. Су-су у нас максимум. Это сюда. Так, мука. Угу. Так, сейчас. Это можно докинуть вот на эту полку. Отлично, это тоже выбросить. Так, дальше что это? А, видите, вот тут еще есть, я не заметил, кстати. То, что тут тоже товар этот лежит. Что у нас еще есть? Вот этот товар сюда кинем. Хорошо. Вот, уже сейчас пораскидаем все. Вот, и отлично, хлеб. Хлеб обязательно. Обязательно. Опа. Ну, холодильника не хватает очень и очень
Еще хлеб. А зачем я его столько взял? Вопрос, можно такой просто? Интересно, реально. Сусу, еще сусу. Зачем я столько сусу взял? Много не бывает, как говорится. Главное то, что у нас есть товар. Это, мне кажется, самое главное. Что это такое? Да, закидываем сюда. Место пока что еще есть. Опять же, думаем, думаем, да, что куда. А, так и все, что тут. Смотрите, а что тут есть вообще, нет? Да, вот мука, две кинули. Вот, оп. Опа, так, 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 быстренько. Я постараюсь еще по-быстренькому все. Вот сюда закину. Хорошо. Так, теперь сейчас превьюшку, походу, будем делать, потому что так, что тут на один? А, можно выбросить? Вот мне интересно. Можно. Так, ну там один товар был. Минуснули одну, да, 6,91. Мы минуснули. Но зато проверили, да, возможно ли с товаром выбросить. Будем знать, это опыт, который нам... Информация, да, которая нам пригодится 100%. Так, дальше, 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 дальше. Так, тут сусу целый ящик. Давайте я вот выгружу его. Отлично. Отлично. Так, мука. Две, да? Я их сюда вот кину. Тут прям реально вот немножко, так, давайте вот так вот красиво. Тут чуть-чуть и тут чуть-чуть. Так, тут ящик как-нибудь покрасивее бы взять. Вот как-нибудь его оп, поставить. Ну и все, пусть так вот будет. Как красиво. Вот это превьюшечка сейчас. Ой, подожди, а тут пустое место есть. Это сейчас сусу сюда тоже пойдет. Ящик, просто коробка это большая тут. Вот. И мука. Муки две остались. Как красиво. Ой-ой-ой, вот это превьюшечка. Все. Полный магазин, ребят. Как мне его сейчас тут взять, все это напи... Вот так вот, да? Ой-ой-ой, красивый, красивый кадр, ребята. Все. Начинаем день, да? На 12-й минуте. Хочу заметить, да, то, что начинаем ролик. Точнее, первый день. Вот это хорошо. Кстати, я, наверное, забыл, знаете, что сделать? Оплатить счета. И в про... Сколько я сейчас за аренду больше плачу? Да, потому что помещение больше. Я этого не знал. Ну ничего, $35 для нас не проблема. Вообще, вот это тоже можно было подвинуть, да, наверное? Или уже нельзя? Тут вполне, тут еще хоть два холодильника можно вместить. Ой, ну тут сейчас все будет скоро. Там еще надо будет еще расширяться, лицензии покупать. Вот, красивая, да, девочка покупает какие-то. У нас очень много, кстати, набирает. Заметьте. Очень много. Не, ну это очень хорошо. Ой, вообще она бешеная. Ты вообще успокоишься? Вот это, она просто, ну не, ну... Просто за кофе зашла. Ценные, ценные, ребята. Я не поменял, я дурачок полный. Я такой дурак. Хлеб вырос в цене, ребята. Извините. 5,69. Я забыл поставить. Отвечаю просто, я вас не скамлю, покупатель дорогие, так сусу сколько? 4,64, очень, кстати, давайте 59 сделаю, 59. Блин, некоторые товары вот упали, так, молоко. Сейчас понабираю тут за копейки, пусть будет 2,50. Нормально, и все, 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 я, ребят, я на кассе, все, я на месте. 10,53. Отлично. Ой-ой, вот это она закупилась. И карточка. 50 на 56 долларов. Это хорош. Это просто хорош. 52, ребята. Чисто. Немножко трендов. Так сказать. Нормально. Опа. Так, денежки. 3 доллара. И 9 центов. Опа, опа. Хорошо, хорошо. Ну теперь вот вообще можно не паниковать. Товаров 100% есть. Кстати, а мы купили там, нет? Ну хоть кто-то где-то, нет? Ясно. А вот купила. Но одну вроде, да, штуку-то всего лишь. Но надо... Там две муки у нас в этом коробце этой.
в коробке. Ты там, я просто это, я просто это задумался. И если нам расширить магазин, то нам надо сразу покупать полки, а потом покупать лицензии, да, потому что мы не нам будет рейтинг падать. Как в прошлый раз, да, мы купили, и у нас рейтинг падал, потому что у нас товаров нет. То есть надо сразу, чтобы как бы... Ой, то есть я его так сделаю. Так я могу тупить, но, ребят, ну тоже. Поймите, больного человека. Так, 36.11. Оп-оп-оп. Отлично, отлично. Как все хорошо идет. 15.69. А как мне ролик вести, если я... 15 минут. Это, опять же, первый день только всего лишь. Да. Да-да. О, кстати, чук-чук. Отлично, опа. Немножко как бы докидываем, докидываем. Ну, тоже, чтобы эти коробки тут не стояли. Некрасиво, некрасиво. Ну, еще там две муки где-то. Где-то... Так. Чуки пикнут, тут всего есть, всего хватает. Набирают хорошо. Но, опять же, на полках столько товара. Вообще, не проблема. Можно так сидеть себе, расслабиться. Знаете, вот этот кинчик включить, и все. Так, отлично. 23.65. Карточкой. 5 долларов ровно. Ой-ой-ой-ой-ой. 42.87. Хорошо, хорошо. Так, отлично, 29.20 центов. Хорошо. Так, у нас всего точно, да, сейчас хватает. Так, муку никто вообще не берет, что ли? А что с ней ценой не так? Все ровно. Непонятно. Просто, ну тут еще вот лежит, еще и как бы молоко. Молоко покупают хорошо, кстати. Вот что-что, молоко покупают хорошо. Пустой ящик можно выбросить. Надо смотреть, видите? Хорошо то, что узнали, да? То, что нужно именно смотреть обязательно. Так. А мне интересно, ребят, а вот что, вот допустим, да? Вот я расширил магазин, но у меня лампочек больше не добавилось. Откуда мне их брать? Вот, вот это вопрос, ребят, в комментариях, надеюсь, мне ответят. Откуда мне брать свет, допустим? Еще что-то тут нету в магазине, ничего такого. Либо я что-то не нашел, надо будет смотреть сейчас будет. Вроде такого ничего нету. Потому что, ну, опять же, что делать? Как бы помещение растет, но мы все на этих четырех лампочках кривых, которые мы поставили еще. Вот тут темно, допустим, в углу. А как мне осветить все помещение? Непонятно, тут мебель всего лишь. Что вот это тут написано слишком мелкими этими, непонятно, ничего. Ну, банки, это не то, кстати, счета, да, оплатить. Склад. Лицензии можно купить, но нам пока что мебель нету, ничего такого. Это вот он, да, светильник. Ага, все, есть, увидел. Все-все-все, я понял. Все-все-все есть. Все хорошо, ребята. Можете не писать в комментариях. Все, оказывается, было у меня под носом. Я просто не видел. 58, 70. Что не так? Ой. А мне, видите, я плохо тут написал. Мне этот. Все, тогда можно вообще не переживать. Я думал, что будете себя плохо напишу. Я думал, блин, а вдруг не замечу, да? Вообще тут можно не переживать. Потому что тогда оплатить просто не даст. Это хорошо. Так. Вот,
Отлично. Ну, смотрите, деньги капают на счет. Так, 68, отлично. Кстати, муку давайте докинем. Хорош, хорош. Так, лампочки нашел. Что вот это в конце? Я не понимаю. $200. Что это? Я по фотке не понимаю. Тут в очень плохом качестве что-то. $200 на что-то непонятное тратить. Может, это, знаете, какие-то газеты, чтобы ставить что-то такое. И тут, возможно, будет лицензия. Так, никого нет. Допустим, лицензии. Так, сок, сода. Пироги, йогурты. Мед. Я не вижу. Непонятно, что там. Ладно. А что, все, да? Того больше людей нету. Окей, завершаем день. 20 минут, ребят, на один день. Цены. И смотрим опять товар. Только теперь быстро, так как у нас в прошлый раз вообще не было товара. Сейчас уже еще остался, я уверен. Так. Чуки-пик берем. Можно, знаете, как сделать? Просто взять... Что это? А! Взять просто вот так по всему, пройтись. Реально все взять. Я думаю, это... Так, на чем я остановился там? Так, на кофе. Начнем дальше от яиц, хорошо. Куда, куда это все ушло, ребят? Ну сейчас все собьет машина. Мне просто страшно, я не знаю, что будет. Что будет, если она собьет реально? Проверять, знаете, не особо хочется. Так, еще одна, да? Ладно, одну вот сюда сейчас кинем. Хорошо. Дальше мука. О, для муки есть место, спокойно. Дальше чуки-пик. Вот, 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 вот. Все хорошо, хлеб. Ай-яй-яй, чуть-чуть остался. Чуть-чуть остался, ничего страшного. Мука. Так, еще чуть-чуть осталось. Угу. Что это у нас? Сусу. Сусу, хорошо. Так, водичка. Так, вот это я сюда кину, потому что это все для холодильника. Кофе. Кофе есть. Сыр. Угу. Идеально. И еще, да? Вот, быстренько. Стараюсь все быстренько сделать. И еще у нас целый этот. Так, 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 так. Мне кажется, вот так вот просто делать лучше будет, да? Что просто докидывать будем. Потихоньку все будем заказывать. Кажется, это просто намного лучший вариант. Итак, сейчас сразу же смотрим, до чего у нас хватает больше, чего меньше. Примерно всегда так же. Тут примерно всегда так же. То есть иногда там редко надо будет докупать побольше товаров. Так, там одно этот осталось. Что у нас тут? Молоко. Молока надо брать меньше. Вот что точно. Потому что тут очень большая коробка. Большая коробка. Так, яйца. Все, да. Это сюда. Это тоже все пусто. Дальше. Это у нас получается тоже масло. Хорошо. Что это? Это у нас вот этот, как рис. Тоже много, как видим. И соль. Соли у нас тоже немало. Еще есть?
Нет, идеально. Так, смотрим, да, всего хватает. Абсолютно. Есть пустой, кстати, этот. Не знаю, что там было, но у нас место есть. Ну, давайте вот хлеб кину сюда. Так, и у нас еще 400... И застрял. Так, у нас еще 400 долларов-то знаете что? Это как будто холодильник. Это как будто... Есть холодильник 2. Хочу взять холодильник 2. Я не знаю, зачем он. Мне кажется, все примерно то же самое. Он идеально сюда вместится, ребята. Это то же самое, да? Просто больше полок, да. Просто больше полок. И мы, кстати, на таком экономим. Это в два раза больше холодильник, но он стоит поменьше. Видите, он стоит 375, то есть мы экономим там 25 долларов, да, но как бы это тоже деньги. Это прям неплохо. Это прям хорошо. Ну и все, место надо. Надо расширяться, потом будет докупать всякие эти лицензии. Потому что пока что, если мы купим лицензии, просто нам некуда будет ложить товар. Вот. Неплохо. Все очень и очень неплохо. Открываем сразу второй день. Мне кажется, где-то по два дня мы будем играть примерно в этот... В... По два дня в эту игру. Потому что... Тут видите, что одно арахимовое масло. Ладно. Потому что, опять же, тут очень долго, видите, все надо товары разложить. Это очень много времени занимает. А очень длинные серии, да, там по часу я точно не буду выпускать. Вот это по 30-40 минут серия. Это... Нормально. Так. Все хорошо. Пока что товары есть. Все хорошо. Еще и холодильник купили. Ой-ой-ой, я бы вообще бы его даже взял бы. Наверное, на этот. На превьюшечку. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Да, посмотрим. Кстати. Счета. Да. Да, да, да. 27 долларов у нас осталось. Так, лицензии, да? А, нет, 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 мне нам нужно раздел вот этот. Угу. Так. 750 долларов, это не так много, в принципе. То есть, мне кажется, мы даже вот сегодня сможем купить. Вполне возможно то, что мы реально сегодня сможем купить. Это будет очень круто. Если мы сегодня еще расширим магазин. Хорошо, хорошо. Так, попью с вашего разрешения. И продаем. Продаем людям товар. Легальный. Это так звучало. Продаем людям товар. Так, 4. О боже, зачем я так? Ой. Да ё-моё, 99. Вот. Или вообще ровно эти цифры писать. То есть, знаете, что я опять не сделал? Не поменял ценник. Так. На сыр. 3. 20, допустим, вот так буду делать. Все-таки про так удобнее будет, я думаю. Просто так будет удобнее. Так, масло, 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 масло. Поменялась цена. 6,80. Отлично. Ой, там очень много людей сейчас. Давайте все продадим сначала. 18,80. Так, хорошо. 9,90. Сколько? 5. Отлично. Оп-оп-оп-оп. Карточкой 32,33. Хорошо, идеально. И что-то еще. Какой-то третий товар был у нас. А, соль. Соль выросла в цене. 2 доллара просто сделаем ровно и все. Вот так просто будет удобнее.
когда ровные цены, у нас будет просто удобнее это все. Без вот этих 28, да, и так далее. Ну, там просто 20 и написал, допустим. И на этом будет удобнее все. Зато будем делать именно так. У нас будет первый в мире магазин, который, где написаны ровные цены. Даже, мне кажется, такого реально нету нигде. Везде это 99, а у нас будет единственный. Единственный в своем роде. То есть там без вот этих вот просто 2 доллара. 6,62. Ну тут как бы еще не успели ребята поменять. 2,50, пожалуйста. 3,20. Вот. Также намного удобнее. Так, 31, 7,71. И так, 4. Вот, видите, надо 61, вот это. Это лишнее, опять же, нажатие, все. Так. Ой, оп. Так, ну неплохо, уже 400 есть, там сколько нужно там? 600, если не ошибаюсь, или 700. Сейчас посмотрим. Ой, сейчас, какая-то... 700, да. 700 это много. Это прям много. Подождите, реально мы за сегодня не накопим? Я думал, накопим. Почему-то как-то все идет не так хорошо, как будто. Хотя нет, неплохо. Так, что-то мне кажется, я уже зажрался, ребят. Все, сусу закончился. У нас в упаковках. Хорошо, ровно. Так, дальше паста. Ну, тоже паста. Хорошо разбирается. И что тут еще? Масло, подожди. Оп. Там одна штука была. И что-то арахивое масло тоже сюда. Так. Свет сразу включу. Оп. И погнали. Карточка 17-17. Идеально. О, вот это хорошо, кстати, закупилось. На 52 доллара. Прям очень хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уф-уф-уф-уф. Так. 14. 682 доллара. Неплохо. Так, это все сюда. Сколько? 10 долларов. Так, 89. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. 20. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. 18,77. Можем уже купить, но опять же, надо будет еще товары закупать. Про что, опять же, не нужно забывать. Хотя товаров много, но придется. Так, садимся и ждем, пока все у нас все купят. И, как я понимаю, уже будем сейчас закрываться. И заканчивать, наверное, на этом серию. Но пока они тут еще все купят. Так, опа. Не, ну реально много, кстати, берут товара. Реально много берут товара. 50-70. 867 долларов. Расшириться можно, наверное, будем, да, уже в следующей. Вот в следующей серии уже так закупаться, наверное, не буду, как в этой серии, да, в начале. Уже все будет как-то я стараться делать пока красивее. Да, поаккуратнее, опять же. Просто там были прям пустые полки. Сейчас у нас, в принципе, все не так плохо. Смотрите. Все заполнено товаром. Тут реально просто чуть-чуть чего-то докупить, зато, да, в прошлой, в следующей части мы уже будем все поаккуратнее. Так, все. Люди закончили. Сказать, 12 уровень магазина. Да. Так, окей, завершаем день. И на этом я буду, ребят, заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. В описании есть телеграм-канал, твич-канал. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.